Более 45 тысяч школьников младших классов питаются за счет местного бюджета, отчитываются в департаменте образования. Там говорят, если в прошлом году это обходилось в 68 миллионов гривен, то в текущем уже в 91 миллион. То есть 17 гривен 50 копеек за ученика. За год разработали новое меню, которое согласовали с диетологами, шеф-поварами, родителями и госпотребслужбой. Чиновники говорят, что теперь меню разнообразное. У детей возник своеобразный рейтинг любимых и не очень блюд. Серед непопулярних страв на першому місці – рибні страви. Їх відмовляється їсти майже половина учнів початкових класів. 30% дітей не подобаються каші, 20% не полюбляють запіканки. Чтобы понимать эффективность изменений в меню, городской департамент образования опросил чуть более 16 тысяч родителей. Чиновники уверяют, подавляющее большинство поддержало пищевые инициативы. 75% вважають, що зміни дуже відсутні і оцінюють їх невідмінно. На жаль, 8% батьків дійсно вважають, що нічого не змінилося. І ми розуміємо, що частина може просто не знати про перетворення в шкільних їдальнях, а частина – це все ж таки об'єктивні зауваження, які ми продовжуємо досконалювати. Среди всех респондентов 10% родителей отказались от школьного питания своих детей. В то же время опрошенные предлагают увеличить количество сезонных овощей, фруктов и кисломолочных блюд, подогревать пищу, добавлять сахар в напитки, обеспечить безлактозное и безглютеновое питание. Что касается последнего, то в департаменте говорят, что таких детей сейчас 300, и тендер на закупку этих блюд уже объявлен. Ходить, а де в нас є певні